Нажимаю старт. Итак, поехали с вами. Ну, конечно же, итоги прошлых каталогов. Прошлого каталога нас заворожили. Мы с огромной радостью делали картинки с поздравлениями. Мы с огромной радостью поздравляли новых топовые уровни, подтвержденные статусы и так далее. И, конечно же, самое главное, что у нас с вами появились новые марафоны интенсивы по активному росту, над которым трудилось огромное количество директоров и над которыми трудились наши новички по активному росту, которые многие дошли до конца. Вот. Низкий вам поклон за ваше усердие, дорогие участники активного роста. Сразу же хочется сказать, что у нас с вами есть группа по достижениям. Дорогие директора, вышлите ссылочку на группу по достижениям. Туда нужно обязательно пройти, обязательно подписаться на эту группу, чтобы после вебинара вы бы могли разобрать свои картинки с поздравлениями, свои дипломы, и обязательно там будьте. Итак. Счастливание лучших из лучших мы с вами начинаем с выпускников марафона интенсива по активному росту. И, конечно же, дорогие выпускники, если вы есть на вебинаре, пожалуйста, опишите свои ощущения об окончании активного роста. Вот прям по-честному. Если вам было сложно, пишите это. Если вам понравилось, пишите это. Кто вам больше всех из спикеров понравился, пишите. Да, то есть все, что понравилось и не понравилось, прошу сейчас написать отзыв о активном росте. Почему я так прошу? Потому что 75 директоров проекта в прошлом каталоге собрались для вас. Собрали для вас, чтобы сделать самое лучшее, самое крутое и отдать все свои знания абсолютно бесплатно, рассказать все свои фишечки, потому что у них получается рост, да, и все мы с вами знаем, что на марафоне интенсиве по активному росту людей, которые не росли, не было, да, то есть у нас все директора проекта были просто смогла подружить с Фейсбуком, да, у нас просто замечательные были спикеры, которые с нами сидели день и ночь для того, чтобы у нас с вами все получилось. И, конечно же, я вас прошу отзыв, и те, кто будет смотреть записи, обязательно тоже напишите отзыв. И, конечно же, еще хочется на этом вебинаре дать низкий поклон всем спикерам и модераторам по этому марафону. Поэтому давайте же с вами приступим к выпускникам марафона. Итак, наши выпускники, гордимся, чествуем и, конечно же, ждем отзывов. Итак, диплом выдан Татьяне Жуковой. Успешно прошла курс обучения «Активный рост» и получила теоретические и практические знания для успешного развития международного бизнеса. Да, то есть Татьяну Жукову поздравляем. Далее выдан Ирине Малышевой. Далее выдан Анастасии Коковиной. Далее диплом выдан, мы их немножко видоизменим, да, вы видите ошибочку, но мы не успели ее, к сожалению, исправить. Выдан Оксане Муратчиной, выдан Рите Юревич, также диплом выдан Светлане Гамалиной, молодцы, выдан Марии Демченской, выдан Тамаре Казак. Ваши фамилии неправильно называть, то не обижайтесь на меня, пожалуйста, потому что со многими я сейчас знакомлюсь впервые на данных слайдах. Вот, выдан Екатерине Кашуба. Выдан Юлии Пискаревой. Выдан Юлии Акопян. Выдан Ольге Кардашиной, выдан Анне Федоровой, выдан Эльвере Будусовой, выдан Сергею и Елене Хитровым, выдан Ольге Радюк, выдан Татьяне Кириченко, выдан Ирине Юдинко,
выдан Елене Клицко, выдан Лейсан Шариповой, выдан Розе Дудбаевой, выдан Наталии Дольберг, выдан Галине Лубинской. Еще раз хочу сказать, что я вышлю правильные дипломы, что мы их не успели переделать под правильные. Выдан Наталье Мирошниченко, выдан Юлии Лихиной, выдан Ольге Уфилиной, выдан Светлане Завьяловой, выдан Елене Науменко, выдан Наталье Бобровой, выдан Светлане Ухановой, выдан Елене Попеновой, выдан Татьяне Ворониной, выдан Надежде Кожевниковой, выдан Ольге Кравцун, выдан Оксане Вороновой, выдан Нелли Кучеровой, выдан Людмиле Кореньковой. Молодцы, девчонки, молодцы. Выдан Инне Ефимовой. Смотрите на эти лица, дорогие коллеги, смотрите. Лучезарные, классные, всегда улыбаются. А на всех фотографиях только взрыв веселья. И это просто невероятно, да. Я думала, что у нас с вами, конечно же, мало будет выпускников по активному росту, потому что мы его сделали очень сильно интенсивным, прямо марафоном таким, да, то есть люди получали огромное звание, люди огромное знание получали, и это, конечно, огромные молодцы, да, все, кто дошел до конца. У меня успевают, у всех успевают открываться фотографии. Выдан Елене Заярновой. Нет, давайте помедленнее пойдем. Выдан Оксане Чернышовой. Да, всех ждем в директорах. Выдан Марии Василенко. А теперь хорошо грузится. Выдан Светлане Григорьевой Вольф. Выдан Татьяне Диженковой. Крутейшая прокачка, да? Мало, хорошо, спасибо. Выдан Ольге Дубинич. Выдан Алене Цветцих. Выдан Татьяне Филипповой. До сих пор не успевает, но я уже медленно, медленно всех поздравляю, поэтому уже медленнее некуда. У нас с вами, забегу немножко наперед, 123 слайда. Вот. Итак, выдан Елене Остапенко. Все норм, да? Отлично, спасибо за обратную связь, дорогие коллеги. Выдан Светлане Евдосеевой. Выдан Анастасии Мустаевой. Выдан Марии Тишиной. Выдан Маргарите Данилевской. Выдан Ольге Глимботской. Выдан Людмиле Онищенко. Выдан Ирине Кувшиновой. Выдан Екатерине Крашенниковой. Выдан Елене Демченко. Выдан Светлане Белан. Выдан Светлане Быковской. Выдан Марии Трофимовой. Выдан Оксане Самарской. Поздравляем, пишем отзывы. Выдан Юлии Шереметьевой. Выдан Светлане Кортуковой. Выдан Ольге Рыбаченковой. Выдан Лидии Костевич. Итак, у нас с вами более 60 выпускников, как вы поняли, да? В конце мы с вами проведем розыгрыш между 60 выпускников. По парфюмерной водичке получит 10 счастливчиков по генератору чисел. И это только-только в конце. Было трудно, но очень интересно. Здорово, Света. Итак, сейчас, конечно же, прошу любить и жаловать. Прошу чествовать спикеров марафона интенсива по активному росту.
Это тоже настоящие звезды нашего проекта, потому что они вместе с вами переживали и день и ночь проверяли ваши задания, день и ночь направляли вас на то, чтобы у вас все было правильно. Да, это герои нашего проекта. Итак, диплом выдан спикеру активного роста Виктории Бордас. Вика у нас не только харизматичный, красноречивый, презентабельный и талантливый спикер международного интернет-проекта, но Виктория, когда-то у нее не получалось расти, развиваться, когда-то у нее не получалось рекрутировать, и она пошла изучать просторы Фейсбука. И Фейсбук дал ей рост, и она решила с этими знаниями поделиться бесплатно со всем проектом. Виктория, ты огромный молодец. Сейчас Виктория у нас на 19%. Ждем Викторию поскорее в директорский совет проекта. Очень хочется Вику выделить. Итак, выдан спикеру активного роста Олесе Владимировой. Да? Какой вебинар Олеся вела у нас? Но у нас был отдельный чат с записями, был отдельный чат, но кто согласился, тот молодец. YouTube, молодцы. Вы теперь знаете огромное количество фишек, которые нужно делать на YouTube, как прописывать теги, хэштеги, да, что нужно делать, чтобы ваше видео было незабываемым, да, чтобы ваше видео пошло вверх, в топ. Старайтесь, применяйте знания. Итак, выдан спикеру активного роста Наталья Лесниковской. Чем же нас Наташа удивила на активном росте? Какой же вебинар нам Наташа провела? Давайте, рассказывайте. Нет. Мотивация, да? Наташа нам дала мотивационный крутой вебинар. Молодцы, молодцы. Выдан спикеру активного роста Елене Зиновьевой. Леночка, какие у нас вебинары проводила? Кто помнит? Посты, да? Правила написания постов. Минимальное правило написания постов. Применяйте эти знания, и у вас ваши странички полетят вверх. Да, правописание, правильно, молодцы, молодцы. Итак, выдан спикеру активного роста Татьяне Гусевой. Что Танюша нам преподавала? Объявление ВКонтакте. Да, очень часто спрашивают, как можно писать объявление ВКонтакте. Теперь выпускники активного роста это знают. Работа по группам. Молодцы. Выдан спикеру активного роста Екатерине Павленко. Ну, Катя у нас уже дважды звезда, потому что недавно они организовывали крутой марафон по написанию постов. Да, то есть там начало участвовать 900 участников с проекта Faberlic Online. Катя делала его для всех, и сейчас она активному росту рассказала про контент-план, про продающие посты, да, то есть молодцы, Катюша, огромный привет. Итак, далее выдан спикеру активного роста Ольге Дубяга. Что у нас проводила Оля? Вспоминаем. Одноклассники. Да вы что? Правильно, работа с сообщениями. Отработка людей. Да, отработка кандидатов. Качественный запуск в работу. Да, теперь мы с вами и это все знаем. Да, Оля у нас трудяга. Она огромная умница. У нее все схвачено. И голосовые сообщения, да, все верно. Да, работа с сообщениями. Итак, диплом выдан спикеру активного роста Татьяне Рябининой. Что делала Татьяна? Инстаграм. Танюшу все хорошо запомнили, да? Безошибочно.
Все написали Инстаграм. Да, огромное спасибо Татьяне. Именно по своей методике она вышла за 8, получается, месяцев на золотого директора. И уже получила премию за простого директора, за старшего, за серебряного. Это круто. Да, Танюша у нас тоже супер. Итак, выдан спикеру активного роста Александре Гаранже. Что вела для нас Александра? ВКонтакте. Молодцы, молодцы. Выдан спикеру активного роста Юлии Кругловой. Что вела для нас Юлечка? Одноклассники. Да, Юлю сложно не запомнить, потому что то, с чем нас поделилась Юлия, после этого писали очень много положительных отзывов и говорили, что у нас пошла работа в одноклассниках, что спасибо, Юля, огромное. Да. Итак, выдан спикеру активного роста Дарья Пахильчук. Что Дарья у нас преподавала? Автоматизацию, правильно, молодцы. Автоматизация по бизнесу, да? Три бота и робота в ВКонтакте. Да, платные боты. Далее, ой, Анна Кононова, муж мне сделал картинку. Ну, я думаю, вы все знаете, что я вам провела вступительный и еще парочка вебинаров. Вот. Я провела чисто мотивационные вебинары, да, то есть я провела свое видение драгоценного статуса, вашего драгоценного статуса, и очень надеюсь, что вы запомнили данный вебинар, и очень надеюсь, что вы теперь не к обычному директору стремитесь, а именно к драгоценному директору, да, и понимаете разницу и в выплатах, и в статусе, и в поездках, и во всем, да. Итак, далее у нас с вами идут на поздравления модераторы марафона интенсива по активному росту. Это те люди, которых не было видно, но которые держали весь марафон в порядке, которые следили за выполнением заданий и которые собрали на себя все шишки, которые только могли собрать. Все шишки и весь негатив. Да, давайте же мы с вами наших дорогих, любимых модераторов похвалим, почествуем, извинимся, если что-то было не так. И это очень важно, потому что вы не представляете, как нашим модераторам, милым, дорогим, досталось. Да, это наши скрытые помощники, на которых и держался весь интенсив марафон активного роста. Для них прям низкий двойной поклон нашим дорогим модераторам. Итак, выдан модератору активного роста Юлии Потапенко. Модератор активного роста Екатерина Соцкая. Кстати, она будет модератором активного роста сейчас на новом марафоне, который я объявлю в конце данного вебинара. Аплодисменты нашим дорогим модераторам. Выдан модератору активного роста Ирине Тихоновой. Модератор активного роста Татьяна Русакова тоже вызвалась еще раз модерировать активный рост. Не испугалась, не убежала от вас. Итак, выдан модератору активного роста Снежане Лоскутовой. Аплодисменты, аплодисменты. Выдан модератору активного роста Николаю Андрейко. Что же делал такое Николай, что попал к нам? Да, его было не видно и не слышно вообще нигде. Николай отвечал за создание табличек, за проверку, за автоматизацию, да, то есть он сверял все ответы и уже давал нам четкие ответы, чтобы мы не вручную проверяли. То есть на Николае держалась полностью вся техника активного роста, поэтому Николай Андрейко тоже поздравляем. Также Николай Андрейко на проекте у нас с вами отвечает за обновление нашего командного сайта. То есть двое суток он не отходит от компьютера в смену каталога. Вот, поэтому низкий ему за это поклон. И также, что еще делает наш Николай? Он занимается автообзвонами по структуре голосом нашего проекта Елены Потаниной. Все, наверное, это знают, да?
Правильно, он папочка нашего проекта, да, водится с нами и все для нас делает. Вот такой вот у нас Николай. Его нигде не видно и не слышно, но он мне обещал, что скоро будет еще и вебинары проводить, поэтому его будет и видно, и слышно еще вдобавок. Да, конечно, без Николая было бы сложно организовать активный рост, было бы сложно содержать такой объемный сайт, и было бы сложно обзвонить всю нашу с вами 80-тысячную структуру из разных стран на проект. Низкий поклон Николаю за организацию всех инноваций на проекте, которые только есть, потому что это только он подает такие вот на идеи. Да, нам повезло с папочкой на самом деле. Вот. Далее у нас с вами есть люди, которые победили бесплатную поездку в Турцию, да, не то чтобы победили, не то чтобы выиграли, а заработали ее. Условия были очень жесткие, и, конечно же, хочется похвалить наших самых классных, самых быстрорастущих девчат, которые действительно старались и которые действительно быстро сделали прирост, быстро сделали результат. Как вы помните, мы объявили этот конкурс в сентябре прошлого года, вот. И, конечно же, наши дорогие, быстрорастущие директора, старшие директора и даже драгоценные директора, мы вас сегодня будем чествовать и поздравлять. Поездка бесплатная в Турцию, в пятизвездочный отель от проекта Faberlic Online вместе с основателями проекта. А нас едет 65 человек, но только эти лидеры едут бесплатно. Остальные просто решили нам составить компанию за свой счет. И тоже низкий поклон нашим дорогим директорам, которые не куда-то там поехали с семьей, а поехали с нами. Для меня это лично огромная честь, что с нами едет 65 лидеров с нашего проекта, с разных стран, с разных городов, и мы все вместе встречаемся. Елена Зиновьева, как организатор поездки в Турцию, конечно же, тоже низкий поклон. Я должна была сделать фотографию, но у нас... Извините, но завис Корал. Я хотела сделать Лену Зиновьеву и Таню Сафронову перед поздравлениями, но вот все как-то вот делали в последний момент. Поэтому, конечно же, нашей, как сказать, безоблачной, да, безумной поездке нашей всей организации занималась именно Татьяна Сафронова и именно Елена Зиновьева. Низкий поклон нашим девчатам, низкий поклон за то, что они легко и просто организовали, на наш взгляд, хотя это было не так и легко, организовали для нас все, что мы будем иметь сейчас на отдыхе. Конечно, за пятизвездочный отель, за крутой отель, где есть даже аквапарк. Да, то есть отдохнем мы просто великолепно. Итак, встречаем наших победителей в Турции, наших звезд с огромнейшими приростами. Это Екатерина Поликаршина. Оп, что это у меня такое? Так, прошу прощения. Екатерина Поликаршина, победитель конкурса «Бесплатная поездка в Турцию» с России. Далее, Галина Черкасова. Быстрый старт. Победитель конкурса «Бесплатная поездка в Турцию в России». На доске почета быстрого старта Галина уже красуется. Итак, Галия Сулейманова, победитель конкурса «Бесплатная поездка в Турцию, Россия». Девочки, дорогие, ждем от вас истории успеха. Не все про них, не все про себя рассказали, но посмотрите, какие вы молодцы. Итак, Светлана Павлова, победитель конкурса «Бесплатная поездка в Турцию, Россия». И сейчас я наших дорогих турчан будущих, которые туда поедут, обрадую. Знаете чем? Тем, что Светлана у нас профессиональный фотограф. Делайте выводы, какие мы фотографии с вами крутые привезем из Турции. И все это будет благодаря Светлане. Светочка, мы очень рады, что ты едешь. Мы очень рады, что вместе с нами будет профессиональный видеограф и профессиональный фотограф. Видеограф у нас с вами будет Илья Коновалов. Проект Faberlic Online оплатил Илье Коновалову поездку для того, чтобы он для нас сделал классный видеоконтент. Просто подарили путевку для того, чтобы мы с вами могли уже, ну, круто потом представить всю нашу поездку, весь наш отдых, да? Поэтому, Свет,
Мы тебя очень ждем, не передумай. Итак, конечно же, путевку заработала Елена Потанина, голос нашего проекта. Елена делает очень много роликов для проекта. Елена делает автообзвоны для проекта. Именно ее голос звучит в трубках ваших телефонов, когда вам звонит проект «Автоинформер» от проекта «Фаберлик Онлайн». Вот она, наша красавица, вот она, наша умница. Да, далее у нас едет Наталия Анисимова, тоже победитель конкурса «Бесплатная поездка в Турцию». Наталья быстро растет, хорошо растет, у нее живая классная команда. Наташа, только вверх, только вперед, огромные молодцы все. Также золотой директор в открытом статусе, серебряный директор в подтвержденном статусе едет в Турцию вместе с нами, да? То есть она уже давным-давно эти условия выполнила и уже выполняет и выполняет дальше условия по маркетинг-плану. Да, Танюша едет с мужем. Огромный молодец, Танюш. Низкий поклон тебе за такой рост, за такой темп роста на нашем проекте. Новички, когда смотрят на тебя, всегда-всегда видят и всегда понимают, что все в наших руках и что мы только сами можем себе устанавливать границы. Спасибо тебе, что ты к нам приезжала в Киров, и что мы с тобой познакомились. Поздравляем тебя, дорогая наша. Итак, также победитель конкурса «Бесплатная поездка в Турцию» Екатерина Гезима. Катюша, поздравляем тебя, огромная умница. Ух, какая голубоглазая фотография у нас получилась, да, красотка, просто красотка. Итак, Елена Зиновьева едет вместе с нами, победитель конкурса «Бесплатная поездка в Турцию». Вот как раз эта и звезда оформляла все через турагентство для нас, договаривалась, отменяла, перебронировалась. Сделана огромная, колоссальная работа, вы не представляете, какая. Елена все организовала. Все с разных стран вылеты, с разных городов вылеты. Все организовано благодаря Елене. Итак, Жанна Капьен, победитель конкурса «Бесплатная поездка в Турцию». Жанна, молодец, ждем твою историю успеха, потому что это круто. Наталья Лесниковская, да, наш спикер проекта, наш директор проекта, победитель конкурса «Бесплатная поездка в Турцию» едет к нам, едет в Турцию из Беларуси. Наташа, огромная умница, и также Наташа готовит для нас классный конкурс в общепроектной группе ВКонтакте, где будет дариться призы за участие в этом конкурсе. Ждите, ждите, Наташа уже сегодня начала его разрабатывать. Итак, у нас с вами еще есть новые VIP-статусы и есть новые серебряные VIP-консультанты. Кто же это такие? Кто такие серебряные VIP-консультанты? Тишина, никто не знает. 50 переездов подряд выполнение баллового оборота, личного оборота, да, по 100 баллов. 50 каталогов подряд по 100 баллов. Это серебряный VIP-консультант. Это круто, это огромные молодцы. У нас с вами серебряных консультантов на проекте чуть меньше 10. Да? 2 года назад не было ни одного. И вот у нас уже начинают появляться наши новые статусы. Итак, поздравляем. Жанна Тарасова, серебряный VIP-консультант Россия. Молодец, Жанна. Юлия и Валерий Руженцовы, тоже новый серебряный VIP-консультант Россия. Еще 2 новых серебряных VIP-консультанта. Итак, у нас с вами есть еще звезда, которая тоже стремится к статусу серебряный VIP, но на данный момент она VIP 4 уровень. Кто такой VIP-консультант 4 уровень? Расскажите мне, пожалуйста. 18 периодов подряд мы делаем 100 баллов личного оборота, то есть целый год. Нет, не 25 каталогов, 18 периодов. Галина Черкасова, VIP-консультант, 4 уровень, Россия. Поздравляем! Молодец, Галина! Итак, у нас с вами еще есть новые открытые звания, новые открытые статусы на проекте Фаберлик Онлайн. Ну что ж, начнем с самого начала. Итак, с 12%. Кто такой лидер 12%? Это 1000 баллов по структуре.
Так ведь? Это уже топ-лидер попадает на доску почета с уровня 12% и в топ-лидерский состав проекта, и в топ-лидерский чат проекта. Поэтому 1000 баллов – это уже уважительно. Это 1/3 до статуса директора пройдена. Итак, поздравляем! Ирина Мутницкая, старший лидер, 12%, Россия, город Первомайская. Топ-лидер проекта, старший лидер, 12%, Елена Малороссиянцева, Россия, город Кувандык. Старший лидер, 12%, Светлана Вразова, Украина, город Кривой Рог. Да, мы с вами международники все. Старший лидер, 12%, Диана Арбузова, Россия, город Чебоксары. Старший лидер, 12%, Ирина Мутницкая, Россия, город Феодосия. Молодцы, поздравляете. Старший лидер, 12%, Наталья Шевелева, Россия, город Рыбинск. Очень много топов. Только сезон роста начался, топ-лидеры сразу начали открываться. А сейчас смотрим. Перед нами с вами начинаются вице-директора, уровень 15%. 15% – это уже на 500 баллов больше, чем старшие лидеры. Это уже 1500 баллов по структуре. Это уже довольно-таки серьезный уровень. И примерно топ-лидеры с 12, с 15% начинают уже готовиться к открытию индивидуального предпринимательства для того, чтобы им переводили денежки на расчетный счет в банке, чтобы они их могли потом переводить на карточку и снимать наличные средства. Вот. Конечно же, поздравляем с таким серьезным шагом. Вот, на 15-19% девчата обычно, все топ-лидеры обычно и начинают готовиться к открытию ИП или уже открывают. Итак, топ-лидер проекта, вице-директор, 15%, Наталья Глазкова, Россия, город Бузулук. По слогам прочитала. Топ-лидер проекта, вице-директор, 15%, Екатерина Иванова, Россия, село Бакалы. Топ-лидер проекта, вице-директор, 15%, Бахтиер Тагоев, Таджикистан, город Нау. Да, то есть у нас есть Райханай Джахангир Абдурахмоновы, рубиновые директора в Таджикистане, и вот у них уже подрастает уровни, у них уже скоро-скоро они хотят уже сделать бриллианта. У них мечта стать бриллиантовыми директорами, и как вы видите, их веточки подрастают, и уже Бахтиер на 15%. Итак, следующий у нас с вами уровень – это старшие вице-директора. Это на 500 баллов больше, чем просто вице-директора. Старший вице-директор – это 2000 баллов по структуре. Но если иметь в виду, что директор – это 3000, а старший директор – это 2000, то осталась 1/3 до пути к директорскому статусу. Самый важный уровень, самый классный уровень. На 19% все топ-лидеры проекта уже стремятся открыть, при правильном построении, уже стремятся открыть расчетный счет банка для того, чтобы получать туда свои денежки. Конечно же, желаем удачного контракта с компанией Наталья, да, и, конечно же, желаем поскорее войти в состав совета директоров. Итак, старший вице-директор, 19%, Наталья Глазкова, Россия, город Бузулук. Старший вице-директор, 19%, Шахло Азизова, Таджикистан, город Нау. И новый директор проекта, один единственный в этом каталоге, открытый новый статус, это Алла Гасанова, Казахстан, город Житикара. Это директор, 23%, это 3000 товарооборот по структуре. Поздравляем нашего нового директора. Аллочка, мы за тебя болеем всей душой, всем сердцем, и поскорее ждем тебя на уровне старший директор, а лучше серебряный, да, а лучше золотой, ведь именно золотой
золотого статуса с трех директорских веток компания Faberlic нас начинает возить в разные страны мира. Причем необычные страны. Это такие, как Шри-Ланка, Бали, Китай. Да, то есть, так, еще какая-то страна была. А, Доминикана. Вот мы недавно ездили в Доминикану. Поэтому Алле есть куда расти. Да, это, во-первых, Алла у нас кандидат на премию в 55 тысяч, если взять пример цены России. Да, то есть, и, конечно же, только выше, только вверх, Алла. Поздравляем тебя. Итак, далее у нас с вами есть подтвержденное директорское звание. Это уже 100% человек получил премию в 55 тысяч рублей. Это Жанна Капьен, топ-лидер проекта, директор, 23%. Сейчас ее закрепленный статус – директор. Жанна, зовем тебя в золото, как минимум в золото. Итак, Украина, город Днепро. Ну и, конечно же, мы с вами всех поздравили, все огромные молодцы, справились за 35 минут. Да, огромное спасибо всем, кто пришел на поздравлялки, огромное спасибо всем, кто на самом деле по-доброму желает нашим быстрорастущим топ-лидерам расти. Конечно же, всем топ-лидерам я пожелаю удачи, роста, везения, во всем вдохновения, ничего не бояться, всегда теребить своих наставников. Даже если вы на уровне директора, теребите своих наставников, чтобы стать драгоценным директором. И это очень важно. Итак, сейчас мы с вами поговорим о новом марафоне интенсивы по активному росту. Старт 20 августа 2018 года, то есть уже старт. Мы сегодня у нас с вами 17 августа, и мы за 2 дня, да, то есть уже должны подать заявочки на марафон по активному росту. Сейчас я вам расскажу такую вещь, что очень много было, как вам даже сказать, не то чтобы недовольства, не то чтобы жалоб, но очень много людей писало, что очень тяжело изучать разом все сети, YouTube, написание постов. То есть мы с вами дали жару очень круто. И эти 42 дня, наверное, никто, да, ни один выпускник активного роста никогда не забудет, потому что это действительно был очень интенсивный, продолжительный марафон. И, конечно, мы услышали ваши просьбы, и мы сделали марафон короче и сделали их профильными. Что это значит? Это значит, что сейчас у нас будет по соцсетям марафоны отдельно по каждой соцсети, и он будет длиться всего лишь 2 недели и будет начинаться со 2-й недели каталога. Да, было очень круто, да, драйв испытали все. Вот, и теперь он будет начинаться со 2-й недели каталога. Конечно же, участие в марафоне интенсиве по активному росту строго по вашему желанию, да, по обоюдному желанию, но задумайтесь о том, хотите ли вы быстро и профессионально построить бизнес в интернете именно с компанией Faberlic. Если, конечно же, хотите, то тогда вам к нам. Но самое важное, что вы должны сейчас понимать, это то, что наши новички не могут качественно обучить своих новичков. Да? Я считаю новичков всех, кто до 6-9%. Да? И получается, тут пока что еще у самого наставника нету такого крутого опыта по рекрутингу, да, чтобы он мог его передать своему новичку. И активный рост создан именно для того, чтобы мы смогли обучить ваших звезд, ваших будущих директоров и драгоценных директоров проекта. Мы болеем за каждого человека в структуре. И даже если наставник не работает в одноклассниках, а ваши люди хотят научиться там работать, вот он, интенсив по активному росту. Смотрите, сейчас у нас будет сначала интенсив по одноклассникам, и потом у нас будет интенсив по ВКонтакту, потом по Инстаграму, потом потом будет по Фейсбуку, да, интенсив, и в дальнейшем будет интенсив про о Ютубе.
Все они будут проходить одинаково, критерии на вход будут одинаковые. И о самом главном, сейчас мы с вами поговорим. Каждый интенсив будет длиться 2 недели 14 дней, начиная со второго понедельника нового каталога. Да? То есть вот следующий понедельник – это второй понедельник, и уже будет первое занятие в 15:00. И смотрите, мы решили 14 дней, Александра, 14 дней, и мы решили сделать так, что будет всего 6 вебинаров, да, то есть по прошлому активному росту по одноклассникам было 3 вебинара, да, ой, 2 вебинара, да, у нас было по одноклассникам, а сейчас мы сделаем 6 вебинаров и будем более подробно сопровождать по каждой соцсети участников активного роста, да, то есть 6 вебинаров будет 3 раза в неделю и интенсив длится 14 дней. Вступить в активный рост могут все, у кого по итогам действующего каталога есть 50 баллов оплаченных, 50 оплаченных баллов, есть по 20 страничек в одноклассниках и пройдена школа новичка. Потому что, как показала практика, регистрацию вы можете пройти вот тут. Вот я выслала много-много одинаковых ссылочек. Вот, как показала практика, у нас с вами очень часто было такое, что наставники говорят: о, сейчас я его туда, вот своего новичка, грубо говоря, засуну, да, и он будет расти. А новичок не умеет регистрировать, не умеет делать заказы, не понимает, как ему, да, то есть сделать элементарные вещи по рекрутингу, как создать страничек. И получалось, что активный рост был на вред такому новичку. И чтобы такого не случилось, обязательное условие, чтобы была пройдена вступительная школа новичка с 6 заданиями. Вот это просто сами себе, дорогие наставники, да, сами себе честно признайтесь, прошли ли вы новую школу новичка, которая стартовала от 8 июня, и прошли ли ваши люди, которых вы будете звать на марафон активного роста. Вот это самое главное, самое важное. Немножко грустно сказала, но это факт. Когда люди вместо того, чтобы идти дальше выше, просто путаются, закрывают компьютер и уходят. Почему? Потому что пошло, они еще не знают начальных истоков, да, как провести регистрацию, а мы уже им рассказываем про интенсив, и они там должны выполнять задания, которые они не знают. Вот. Далее, значит, 50 баллов в текущем каталоге обязательно, но если у вас есть 50 баллов по итогам прошлого каталога, в этом каталоге обязательно вы тоже делаете 50 баллов, но можете не торопиться. Мы вас и так возьмем, да, то есть до конца каталога желательно все равно 50 баллов сделать. Итак, далее, значит, вступает в AR 50 баллов, есть по 20 страничек в одноклассниках, именно 20 это минимум, и пройдена школа новичка. Вот, по окончанию интенсива обязательно всем дипломы, обязательно всем овации, обязательно всем поздравления, дорогие наши. И на интенсиве будет 3 модератора плюс 5 спикеров. А спикер будет рядом с вами до следующего вебинара в отдельном общем чате по активному росту. Да, и с каждого спикера плотное сопровождение по всем непонятным вопросам гарантируется, если, конечно, вы их зададите. Вот. И плюс выполнение задания. Да, вас будут проверять, как вы выполнили задание. Если вы что-то сделали плохо и у вас что-то плохо получилось, спикер будет просить вас переделать. И плюс проверка на качество ваших уже выполненных заданий. Это тоже очень важно, потому что мы хотим, чтобы наши выпускники росли, да, чтобы наши выпускники зарабатывали. Вот. Далее вы получите задания, которые будут помогать и только помогать вам правильно организовывать свою работу. Если вы не сделаете домашнее задание до следующего вебинара, да, например, в понедельник первый вебинар, вам дали задание, но вы его не успели выполнить, то вы идете на школу новичка и ждете следующего набора в новый активный рост. Да? Потому что 6 вебинаров, 6 заданий, я не считаю уже это так супер сильно интенсивно. Если у нас, дорогие выпускники, прошли 42 дня марафона, о чем же тут говорить? Да, в регистрационную форму через пробел, чтобы ссылки не слились. Далее,
Идете на так, если идете на школу новичка, если не выполняете домашнее задание, ждете следующего набора. И вот еще следующий пункт. Если по итогам 11 каталога у вас есть 50 оплаченных баллов, добро пожаловать. Если у вас нет 50 баллов по итогам 11 каталога до начала активного роста, то есть до 20 числа, вам нужно их сделать. Вот, спикеры обучают только тех, кто умеет забирать свою объемную скидку, кто умеет считать и может научить этому новичков. Да? То есть это самое минимальное требование для того, чтобы вы учились доносить это до своих новичков. Вот, как организовывать свой личный товарооборот должен уметь каждый участник вебинаров по активному росту и марафонов, то есть, извините. Также вам будет выдана в конце вебинара Google форма. Я ее уже вам выслала. Все вопросы прошу вверх, и я их там отвечу в конце. Вот, все вопросы вверх. Далее, значит, вам будет выдана в конце вебинара Google форма, где вы сможете подать заявочку на участие. Вот, затем модераторы АР начнут вас добавлять в чат. Да, то есть они видят табличку Николай Андрейка, как обычно табличку сводит. Если все условия выполнены, все хорошо, то модераторы уже Русакова Татьяна, Комарова Оксана, Исоцкая Екатерина, наши новые герои, уже будут добавлять вас в чат активного роста и, ну, как бы там уже между собой будут красить вас зеленым цветом. Итак, пример. До 19-го, прием, извините, прием до 19.08.2020 2018 года включительно. То есть уже 20 числа в 15.00 будет первый вебинар от Вики Карапиной. Но это мы с вами позже поговорим о спикерах. Итак, 20 августа 15.00 первый вебинар с домашним заданием. Если вы заполните позже, то попадете уже только на следующий профильный АР. Да? То есть вы пропустите одноклассники, и у нас примерно будет раз в 5 каталогов проходить марафон по одноклассникам. То есть до следующих одноклассников нужно будет ждать долго, поэтому отнеситесь серьезнее к этому набору, потому что активный рост очень сильно переделан. Далее, во время интенсива набора новых участников не будет. Не будет. Итак, поехали с вами дальше. Конечно, можно старые. О главном по заполнению, в связи с тем, что кандидатов на участие в АР будет много, могут возникнуть недопонимания. Значит, смотрите, если вы считаете, что правильно запомнили Google анкету на вступление в АР, но вас не добавили 19 числа включительно в отдельный чат, то обязательно, так что-то в глаз попало, прошу прощения, обязательно отпишитесь своему директору до крайнего срока набора, чтобы не было такое, что там 5 дней марафона прошло, а вы только поняли, что у вас нет этого чата, и вам ничего не преподают, а вы все заполнили, да? Обязательно проконтролируйте, чтобы минимально 19 числа вы были в отдельном чате по активному росту. Это очень важно. Спасибо вам за понимание и спасибо вам за участие в этом, да? Молча не сидим, не обижаемся, пожалуйста, дорогие наши. Мы всех любим, но вас много, а мы одни. Поэтому, да, сделайте нам, пожалуйста, исключение и позаботьтесь о себе. Итак, далее. Стартовые и заключительные вебинары не входят в интенсив, в активном росте только дело. То есть все остальные вебинары у нас будут открытыми по итогам и по набору. Итак, что же нас ждет? Да, то есть, как мы с вами поняли, марафоны будут профильные по 14 дней, по 6 вебинаров, по 6 заданий. И нас ждут одноклассники. 20 августа Виктория Карапина нам преподаст про качественные тексты. 22 августа мы подготовим все для рекрутинга. Вот, 24 августа рекрутинг уже в одноклассниках открывается у нас. Это все будет проводить Ольга Дубяга. 27 августа мы будем учиться работать голосовыми сообщениями в одноклассниках по методу Натальи Анисимовой. Вот, она работает только голосом, и ей очень нравится. 29 августа группа в одноклассниках, рекрутинг группой Круглова Юлия будет нам преподавать. И
Также к нам пришла еще раз Дашенька Пахильчук, спикер по активному росту, да, и Юля, кстати, второй раз будет преподавать, и Ольга Дубяга, да, новых спикеров у нас только Карапина Виктория и Анисимова Наталья. Вот, будет отправка сообщений плюс ответы на сообщения плюс отработка. А с роботами Дарья пока разбирается. Если у нее получится разобраться с роботами, она вам про них расскажет. Да, то есть были некоторые блокировки. Вот, далее, значит, мы научимся рекрутировать, мы научимся сопровождать и, конечно же, ждем всех в чате топ-лидерском. Всех топ-лидеров ждем в совете директоров, потому что, ну, не расти просто грех. Вам бесплатно дается такая информация, которая, извините меня, в интернете гуляет и продается за тысячи тысяч, блин. Я посмотрела расценки, это я просто вот прошу прощения за сленг, но это просто ненормальные цены, да, на обучение, которое мы даем бесплатно своим новичкам дорогим. Значит, активный рост – это интенсивный рост, а значит рекрутинг. Поэтому мы с вами будем все силы кидать на рекрутинг. Также обратите внимание, что у нас с вами переделана очень сильно школа новичка. И у нас в этом каталоге уже прозвенели новые вебинары, которые разложены по порядку. Поэтому тоже старайтесь не пропускать вебинары, даже директора старайтесь не пропускать. Итак, дорогие коллеги, ждем ваших заявочек. И сейчас я пошла вверх читать вопросы. Вот видите, где вверху цифра 4, можете туда писать вопросы. Уложились с вами за 50 минут. Огромные молодцы. Так, как открыть третью веточку? Чтобы открыть третью веточку, это будет регистрация под себя в первую линию. Если у вас три регистрации в вашей первой линии, то у вас три веточки. Слайд назад. Минутку. Вот. Слайд назад, девочки дорогие. Главное. Ну вот, наверное, вот этот слайд, да, Виктория? Так, далее. Так, минутку, не туда. Почему у всех дипломах Мария? Переделаем. Просто поздно заметили. Извините нас, пожалуйста. Мы переделаем и в группу по достижениям. Вышлите, пожалуйста, ссылочку в группу по достижениям нашу, дорогие, общепроектную с ВКонтакта, да, вот где как раз, нет, нигде Наташа будет проводить конкурс. Другая у нас группа есть по достижениям. Вот, и в этой группе мы уже выложим отличные дипломы. Не расстраивайтесь, не переживайте. Сейчас самое главное, что мы всех поздравили, всех-всех-всех. Очень долго ждали фотографии. Итак, вопрос для Ольги Дубяги. Научите, как вы... Ну, это уже Ольги Дубяги, ее нет на вебинаре, как вы видите. Смогут ли выпускники прошлого АР смотреть вебинары нового АР? Только если вы будете в нем участвовать. Это закрытые вебинары, где есть задание и вылет, если нет, не выполнено это задание. А, вот Оля, да? Оль, ну вопрос к тебе, дорогая наша. Оля есть. Так, значит, Оль, смотри, читаю тебе вопрос. Вопрос для Оли Дубяги. Научите, как выставить квип для Украины. Странички в ОК работают через Бровсек, а квик вообще никак. Вот. Аня, умничка, за час справилась. Да, 123 слайда. Вот так, записи вебинара можно увидеть? Конечно. Если нет возможности присутствовать на вебинаре лично, можно будет, конечно. Если из 20 страниц две продавашки не учитываются. Так, минутку, минутку. Так, почему у всех... Все, ответила на все вопросы. Еще был один вопрос. Ссылки на Одноклассниках лучше всего через Enter. Поставили ссылку Enter, чтобы они у вас не слились одной общей ссылкой. Ну, вы поняли, я думаю, да? Так, ну что ж, всем удачи на заполнение, дорогие коллеги. Еще раз скидываю ссылочку. Анна, если новичок зарегистрировался в этом каталоге, он успеет попасть? А он успеет все 6 заданий прям сделать и научиться регистрировать и рекрутировать? Я думаю, не нужно его так быстро, так резко в интенсив. Мне кажется, что мы навредим ему, Влад.
Новые не надо. Если есть 20, отлично. Ну, сами понимаете, для хорошего роста. Так, быстрый старый чат активного роста сегодня будет закрыт. Всех новых участников, кто заполнил новую форму и выполнены условия, будут добавлены в новый чат по активному росту. Вот у нас главарь модераторов Катерина Соцкая. И архив АР тоже. А что вы, я себе весь архив сохранила еще неделю назад. Как вы так себе не сохраняете? Сохраняйте, скопируйте и вставьте себе куда-нибудь, и все. Все же летит, все меняется, видоизменяется, все. А вот через полгода эти вебинары, там, может, уже через 3 месяца они могут быть неактуальными, потому что новые фишки появляются быстрее, чем мы их успеваем исследовать. Так ведь? Поэтому пересохраняйте, но на новые это интенсивы записывайтесь, обязательно проучивайтесь, потому что любая новая фишка может вас толкнуть к блоку, и нужно ей уметь пользоваться. Так ведь? Так, иду в вопрос. Если у меня в работе все странички, мне надо новые создать на марафон. Если есть 20, не надо. Где будет таблица? Таблицу скинула много раз уже. Любовь в переписке. Далее табличка будет. Непонятно про ссылки на ОК в форме. Как вставлять? Нажимаете на свое имя. У вас прогружается в браузерной строке ссылочка на ваши одноклассники. Эту ссылочку копируете в браузерной строке и вставляете. И так можно через запятую, можно через пробел 20 страниц в одно окошечко. Где будет Google таблица для заполнения на обучение? Вот Google таблица, высылаю. Google таблица. Ой, не туда. Про выполнение баллы на АР. Так, возвращаемся. Возвращаемся. Вот, да, то есть, если по итогам 11 каталога у вас есть 50 оплаченных баллов, добро пожаловать. Если у вас нет по итогам 11 каталога 50 оплаченных баллов, то сделать до начала активного роста, то есть до 20 числа. Так, еще вопросы, дорогие. Все? О, Вика уже в бой. Успеваешь, Таня? Ну все, я смотрю, вопросы у нас с вами закончились. Ну, давайте же с вами потусим. Немножечко разрядимся. Да, всех еще раз поздравляю, всех выпускников, всех спикеров, всех модераторов, всех новые статусы наших дорогих людей, наших дорогих директоров, кто едет в Турцию, всех организаторов по всем нашим крутым мероприятиям. Всех целую, всем пока. Таблица будет разослана еще и по чатам, Елена Клицко, не расстраивайся, по чатам тоже будет разослана табличка. Ой, розыгрыш, розыгрыш, спасибо большое. Так, сейчас я включу, простите, пожалуйста, это я такая радостная. Ой, всех, наверное, рассмешила, да? Давайте, спасибо огромное за то, что... Да, так, началась передача данных. У вас должна быть видна демонстрация экрана. Спасибо огромное, Надя, очень приятно. Сейчас она должна появиться. Пока она появляется, я гуглю генератор чисел. Беру, чтобы все вы видели, что все по-честному, беру первый попавшийся прямо из поисковика.
генератор чисел. Так, первый попавшийся взяла. Я надеюсь, всем уже видно. Вот, если не видно, так, скинулась, да, если не видно, то будет видно в записи. Это 100%. Как я разыгрываю, будет видно в записи, да. Вот. Ой, у меня дочка домой вернулась. Так, итак, смотрим с вами. Значит, у нас с вами выпускников. Если я прям сохранила слайды, не стала ничего выдумывать, да, то есть у нас с вами выпускников получается, видно, не видно вам, почему скидывается, не видно, да, дипломы переделаем, не переживайте, все, вот сейчас прямо вот минут 20 и они будут в группе, не переживайте. Не запускается. Ну, давайте я так просто проведу. Кто мне доверяет, давайте я проведу, а в записи вы уже посмотрите. Хорошо? Я еще могу сделать прямой эфир прямо сейчас в Инстаграме. Вот, сделала прямой эфир. Да, нет демонстрации, она не загружается. Почему-то не могу понять. Показывается, но слетаем. Верите, да? В общем, сделала прямой эфир в Инстаграме, если что. Вот, значит, открыла я случайный генератор чисел. И у нас с вами получается 60, по-моему, 4 участника. Сейчас посмотрим, сколько у нас с вами участников. Так, значит, вот 64 у нас с вами выпускника получилось. И сейчас от 0, от 1 до 64 мы с вами разыграемся. Так, 64. Так, нажимаем сгенерировать из диапазона. Так, все. У нас с вами получается 10 человек. Так, минутку. 13. Так. Прямо просится, да? 10. Ну все, готовлю ручку, листочек. Та-дам-да-дам. И будем с вами разыгрываться. Люблю делать розыгрыши, вообще обожаю. Итак, генерируем. Итак, у нас получается с вами 16. Номер 16, 51, 12, 23, 37. Так, 23 два раза разыграем. Так, исключить повторение я не сделала, да? Так, 37 еще два раза. Так, 14, 46 и 12. 14, 46 и 12. И сейчас еще разыграем с вами два числа. Так, от 1 до 64. 4. 2. Генерируем. 58 и 52. Итак, смотрим. Значит, самое верхнее число у нас с вами идет 12. Так, 12. Лидия Костевич. Нет, нет, минутку. Ольги Кардашиной. Так, рек-номера обязательно. Ольги Кардашиной. Так, следующее у нас с вами идет число 16. Сейчас с вами посмотрим. 15, 16. Что-то подвисает PowerPoint у меня. Неудачная идея. Надо было в группу фото выгрузить. Так, демонстрация. О, демонстрация у вас включилась. Супер, супер. Все, я рада. Так, 12 и 16. Вот, значит, 16. Ольга Радюк.
Поздравляем Ольгу. Аплодисменты, аплодисменты. Генератор чисел Ольгу выбрал. Так. Так, далее у нас, значит, идет 14. Эльвира Будусова. Эльвира у нас с вами еще открыла новый статус по итогам 11-го каталога, и еще плюс получила диплом, и еще плюс выиграла парфюм. Вот это везение у Эльвиры. Эльвира огромная умница. Итак, следующее у нас с вами идет 23. Галина Лубинская. Поздравляем! Так, далее 37. Людмила Коренькова. Ура, девчонки, огромные молодцы. Так, далее у нас с вами идет 46. Далеко генератор кинул. Татьяна Филиппова. Поздравляем Танюшу. Так, далее у нас с вами 51, 52 и 58. Итак, 51. Кого у нас выбрал генератор? Маргарита Данилевская. Поздравляем. Так, 52. Ольга Глимботская. Ольгу поздравляем. Ну и последний победитель под номером 58. Кого же наш генератор выбрал? Та-дам-да-дам. Светлана Быкова. Ну все, наши 10 победителей. Огромные молодцы. Да, ждем вас в личку с вашими регистрационными номерами для того, чтобы вручить вам этот подарок. Каким способом мы передадим вам этот подарок? А передадим мы его для того, чтобы родные вселиться, да? Хорошо. А передадим мы его вам с помощью денег на ваш счет в кабинете Faberlic. Теоретическое. Так, хорошо. Записала, Светочка, спасибо большое. Да, поздравляю всех счастливчиков, все огромные молодцы, все просто крутые. Ну и все, пойдемте с вами расслабимся немножко, потусим. Да, всем пока-пока, сейчас дипломы будут переделаны и выгружены в нашу с вами группу по достижениям. Так, не хочет, да? Все, презентацию остановила. Ишь, какая капризная. Нет, Ирина, его и не было на проекте. Так, ну все, всем пока-пока. Спасибо вам огромное за внимание. Всех целую. Мечтаю.